Садомиты вон из России. Иди сюда, дырявая. Садись на диван, сучка. Вот, что ты тут делаешь, дорогой? Ну, как ты сюда попал? У меня друзья пришли. Какие? Пожалуйста, друзья? Пожалуйста, в Каменск. А? Добро пожаловать в Каменск. Как зовут? Сардор. Кто? Сардор. Сардор. Ты пидорас? Нет. Таджик? Я узбек. Узбек? А, ну тоже. А Ишака ебал у себя на родине? Нет. А у вас ебут Ишаков? Нет. А зачем к мальчику пришел? Я просто познакомиться пришел. У меня познакомиться? Да. А тебе сколько лет? 22. А мальчику сколько лет? Ну сколько мальчик? Переписки сколько? Переписки сколько писал? Не обманывай лучше. 14? Нет. Законы знаешь русские? Нет. This is what happens to gay rights campaigners in Moscow. They'd gathered to call for a gay pride march in the city, something the mayor of Moscow, the British campaigner Peter Tatchell, was among the gay rights group. First of all, he had water thrown at him. Then he was punched in the face. Yet he was the one then led away by the police. Also there today, Richard Fairbrass from the pop group Right Said Fred. Yeah, just to support the demonstration, yeah. Have you seen what's happening here? No, we've just literally been here 2 minutes. Just 2 minutes. We just saw that. He too was assaulted. His attacker then explained his thinking. I want to say one thing. Death to freaks, because I'm an Orthodox believer, and it is the Orthodox position. He too was then bundled away by police. Meanwhile, Richard Fairbrass, face bloodied, appeared to get away without being arrested. The group were accompanied by two European politicians. The Italian MEP Marco Cappato complained that the police were in league with the nationalists. Здорово, братишка! Как дела? Стой, 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 нет, иди сюда. Тормозни. Ты хотел встретиться с дядей Димой, правильно? Нет. Нет? Стой, стой. Стой, стой. Сука, стой. Ты сейчас трубку понял, понял, стоять. С какой целью ты сюда приехал? Все, пошли на лавочку сегодня. Пойдем, присядем, мы возьмем тебе интервью и уйдем домой. Давай. Пойдем. Только на кулю иди, иди. Иди сюда, иди. С кем, с какой целью сюда приехал? Ну, говори. Ты считаешь, это хорошо со взрослым мужчиной прийти навстречу? Это хорошо, это нормально вообще? Что тебе 15 лет, ты подставил дяденьку, получается, да? Нет. Ты пришел. Дядь, смотри, вот тебе 15 лет, да. Получается, ты ебешься с мужиками. Ну, нет. С дядей Димой. Как нет? Первый ты раз. Первый раз, ну хотел. Да, один раз. Не занимаешься раз. Спортом, да? Нет. Не занимаешься спортом. Ладно, слава богу, никуда не берешь. А вот нам 15 лет, мы занимаемся спортом, никуда не пьем. И не ебемся с дядей Димой. А что ты поздравляешь, что ли? Не-не-не, тебя поздравлять нужно. Мы тебя спасли, блин. Да, ты будешь звездой интернета. Спасибо, Ева. Передай маме привет.
Мамка. Я актер, это все постановка. Да, скажи, передай маме, что я приду. Дима. Денис тебя зовут? А ты вообще соображаешь, что ты делаешь? А что тебя сподвигло на то, что ты со взрослым мужчиной на секс соглашаешься? А? Денег не хватает? И что, за это надо своей жопой торговать? За айфоны, да? 15 лет. У тебя как, нормально с головой или нет? Уже нет? Пока тебя не поймали. Слушай, ты правда ёбнут или ты притворяешься? Еще с ушеной водой. Урины, да, уринотерапии. Свежей. И ты свободен, согласен? А? Гетерофиляй, блядь, что-то такое. Окупай гетерофиляй. Вот. Окупай гетерофиляй. И ручка поможет напоследок. Да, вот. И... Пока. Давай. Скажи, до свидания. Вот, так вот, короче, мы тебя просвещаем. Излечаем. Вот, вот излечаем. Стой на месте. Еще и еще. Руки убрал. Руки.